там журналисты есть иностранные? Иностранные журналисты. Справа от входа, если лицом входа стоять, вот я встал под фонарь. Ну вот, гранитный клуб. Вот я туда ломанулся, ну что, так, вот так, дядя Сережа, место. Старый парень. Вышел, в конце этого пива, говорит, ребят, какой-то вам данный интервью, но я подсажусь на человеческий промаковый район. Люди аккуратно.
Дорогие земляки, сегодня мы прощаемся с человеком, которого можно назвать, наверное, одним из отцов-основателей нашего государства. Это легенда, это мой близкий друг. Я не знаю, что сказать, какими чувствами это все словами выразить, что чувствую, что хочу сказать, вообще ничего не могу даже произнести. Одно знаю, что таких, как он, нет. Ну, могу пообещать, что на его место станут, наверное, десятки такие же. И сможем мы вместе сделать так, чтобы его смерть была не зря. Я знаю, что ребята своего подразделения обещали ему прийти в Славянск. Царство небесное. Связан с 13 апреля 2014 года. Много операций совместных проведено было. Начиная со Славянска, потом дальше уже Царство небесное. Все, кто знал мотора, понимает, что он вот не любил очень громких каких-то пафосных слов, что прежде всего он был живым, простым, искренним, настоящим человеком. Я рыдал сегодня все утро, в общем-то. Царство небесное тебе, Арсен, тебя больше всего будет не хватать как человека и как друга. С Арсеном мы познакомились тоже в городе Герой Славянск. Тогда еще было все просто, не было ничего, погонов, власти. Начинались мы. В тот момент я ему доверился. И много с ним, много просил, чтобы я продолжил его дело. Арсен, я тебе обещаю, я обязательно продолжу твое дело. Чего бы это нам ни стоило. По поводу Славы, он герой, он настоящий герой, большой буквы, хотя себя он таким не считал, он считал людей, которые воевали, которые были конкретно на передовой, которые исполняли его приказы, и герой его батальона, он всегда считал, что все его награды, это всех тех людей, которые находились на передовой. Также я тебе обещаю, что батальон не разрушится, кто бы как на нас не давил, мы будем единым механизмом, кулаком, никто нас не сможет сломать. Твой характер мы приняли, мы продолжим обязательно твое дело и воспитаем твоих детей должно. Царство небесное. Безопасность на референдуме в Крыму. А уже 13 апреля под руководством Арсена Павлова в Славянске был создан противотанковый взвод «Моторола», состоящий из добровольцев Ямполь, Николаевка, Снежное, Степановка, Мариновка, Дмитриевка, Кожевня, Шишовка, Торец, Шахтерск. Помолимся об упоении его души. И услышавшие живут, як уже бы отец им отживот себе, так отдаст и сынове живот им один себе, и область ему даст и суд творить. И там... Город Славянск ждет. Царство небесное, вечный покой. А вам дай, Господи, силы. Мы должны быть вместе.
так, мы уезжаем. Не важно, кто дойдет. Я не знаю, дадут ли все. Или единицы. Мужики, обещаете? Обещаем. Ну, что там и будет.